Поехали. Галатасарай разыгрывает мяч с центра поля. Сегодня гости в красно-желтых цветах, своих традиционных, но Астана в желто-синих. Снейдер в одно касание мяч забирает. Сельчук Инан. Хорош на перехвате. Пас к линии штрафной площадки. Умут, Подольский. Умут, Подольский. Снейдер бьет с левой ноги. Снейдер тащит мяч. Ненатарич на своей странице в Твиттере, в своем аккаунте опубликовал скриншот из фильма «Борат» и написал: «Я жду с нетерпением этого выезда». Чего в Казахстане не поняли, и даже в память Дэр, как голландец, конечно, все, что не делает, на пользу команде. Ясен. Ох, как неуверен на себе сейчас. Булут. Король. Подача пошла. Один одинешник в центре штрафной. Постников. Снейдер! Бьет в дальний угол. Чемпионата мира 2010. Вот она, подача Короля. Вынос мяча головой. И почему-то позволяют... Нанго в одно касание отыгрался с Максимовичем. С фланга вновь подключается неугомонный Шамко. И вот штрафной. 4 футболиста Астаны. Хакан Балта выносит мяч. Удар со средней дистанции. Это было опасно. Отношения. Давайте сначала оценим эпизод. Подача и вынос мяча Хакана Балта. И один абсолютно Жуков. Удар не очень у него получился. Георгий Жуков. Думается, замена к Шамко. Пока левый фланг обороны Астаны куда чаще и активней идет вперед. Лига чемпионов пока для него турнир очень тяжелый. С Атлетико он потерялся явно. Удар Снейдер. Есин. Снейдеру никто не подсказал, что сзади подкрадывается Кабананга. Сельчук. Ну и все ждут удара Снейдера, как я понимаю. Других вариантов нет. Ну, у Белякоса тоже отменный дальний удар. Вот он его демонстрирует. Гол! Голаша! Белякоса на 31-й минуте со своей левой зарядил и попал точнёхонько в угол. И вот сейчас, смотрите, позволили ударить. Снейдер, все внимание на голландца, но Беляля оставили. Тот под левую себе подправил мяч и пробил. С подъема очень мощный. Смотрите, какая траектория у мяча непредсказуемая. Гол, гол! Тем Снейдер потеряет. Ох, как удар был там. Это Есин бил, прошу прощения, ближний угол. Пас на стадион просто начинает ревить. Фокси. Ну, это эффектно, но неэффективно. Передача на Каниса. Канис сегодня вперед практически не лезет. Снейдер, потеря. Умут Булут ему здесь чуть было не помешал. Слева открывается Подольский. У него отменный удар с левой ноги. Подольский бьет прямо в вратаря. Фокси. Хорошая ученая подача. Семих выпрыгнул. Как опасно сейчас. В этом сезоне, говорят, играет не так ярко, как в прошлом чемпионском. Когда он, будучи полузащитником, стал лучшим бомбардиром всего чемпионата Казахстана. Удар дальний. Но это всюду успеть не может Денейр. Он старается, конечно, играть одновременно роль и оборонительного защитника, и постоянно подключается вперед. Вот сейчас у Фокси есть шанс, есть поддержка в чужой штрафной. Опасно! Был по-настоящему голевой. Смотрите, Максимович сделал пас на фланг на Фокси. Тот с правой ноги очень мягко навесил на Джол Чиева. И, по-моему, последний мяча коснулся все-таки Король, и это должен быть угловой. Да, да, Король последним мяча коснулся. Или все-таки Джол Чиев потом чуточку задел. Контратака может получиться очень опасной. Галатасарая включились в атаку Беляль и Бумут. Есин бьет! И мог ведь Умут попытаться замкнуть. Конец. Центр на Жукова. Жуков пошел вперед. Перед ним группа защитников. Удар какой! Но как постоянно отражать атаки соперника очень сложно. И сил может не хватить на концовку. Семих. Потеря. Опасный момент. Гол 1-1. Свои ворота забивает Хакан Балта. Но все началось с ошибки Семиха Кая Астана. Его нужно запомнить. Все началось с ошибки Беляля Кыса, автора первого забитого мяча в матче. Далее Семих против ситуации контролировал. Но что он дальше сделал? Эрни не объяснит и сам. Скользнулся, споткнулся. Далее вышел из ворот Муслера. Мяч от его ладони, от его пальцев отлетел к Хакану Балта и уже от того рикошетом в ворота. Вот так вот. Хакан Балта, который, я говорил, находится в потрясающей форме. Но он не виноват. Он в меньшей степени здесь антигерой.
Ему просто не повезло. Семих. Ошибочка. И Кавананга может забивать. Да, Семих на ровном месте мяч подарил сопернику. И сильно ведь, мощный бил. Попади в створ. Пакан болта. Родригес. Набирать скорость нужно. Родригес. Открывается под него Синан. Родригес, Синан. Офсайда нет. Синан с мячом. Прострельная передача. Гол Асо. Галатасарай забивает на 86-й минуте. Технической зоны в порыве страсти и радости. Давайте смотреть. Значит, передача из глубины от Хакана Балта. Родригес увидел Синана, но сам подлез в центр. Едва мяч не потерял. На подборе, на отскоке сумел сориентироваться. Прострел, и Эрич, конечно, свою же команду подвел. Это, видимо, автогол. Синан прострелил, Эрич невнятно мяч выносил. Это автогол голкипера. Два автогола мы сегодня с вами увидели. Ну и вот такие невынужденные ошибки, конечно, в матчах столь высокого уровня не должны. Еще одна подача Муслера. Фантастическая концовка. Гол. 2-2. 2-2. Канес выигрывает борьбу у полузащитника. Не было там, показывал арбитр, фола. Именно он разогнал эту атаку своей передачей на фланг. Муслера делал, в общем, все правильно. И Канья с головой, вы будете смеяться, но это третий автогол, похоже, потому как король еще до того, как мяч вонзился в сетку,